После аварии, оставившей без электричества часть нового города, в Набережных Челнах будет отреставрирована подстанция «Шильна». А также в целом будет модернизирована система электроснабжения. Об этом программе «Челны-24» сообщил директор филиала сетевой компании Эдуард Шаронов. Планируется, что проект будет реализован в течение нескольких лет. И на него потребуется около 600 миллионов рублей. О том, какие изменения произойдут и для чего они нужны, расскажем прямо сейчас. Новый город питается электричеством от трех трансформаторных подстанций закрытого типа. Такая система электроснабжения разработана в 70-х годах, и она была применена только в двух городах России – Тольятти и Набережных Челнах. Они запитаны от трех трансформаторных подстанций и запитаны от маслонаполненного кабеля 110 кВт. Маслонаполненный кабель 110 кВт уже в течение 5 лет не производится на территории России и отсутствуют запасные части. Поэтому было принято решение проложить к этим подстанциям еще один источник питания. Он будет независимым от тех, что осуществляют энергоснабжение сейчас. Таким образом, все будет закольцовано. На первом этапе у нас идет прокладка кабеля, реконструкция подстанции «Шильна». Будущие проекты у нас уже закольцовка с подстанцией «Центр», с третьим источником питания нового города. Планируется, что в течение 3-4 лет весь комплекс работ по энергоснабжению города по-новому будет завершен. Это должно исключить массовое аварийное отключение электричества, подобное тому случаю, что произошел 5 мая. Тогда без света остались 24 тысячи челнинцев. Эльмира Гайнутдинова, Радик Ганеев, Челны-24.